Межэтнический конфликт в России и сухой закон. Продажу алкоголя запретили в городе Пугачёво Саратовской области. Там уже несколько дней продолжаются протесты. И, по словам очевидцев, там много пьяных. Конфликт разгорелся в минувшие выходные после того, как 20-летний парень погиб во время ссоры с 16-летним чеченским подростком. На месте событий находится наш спецкор Алла Щелчева. Пугачев – тихий провинциальный городок Саратовской области. Сейчас на устах у всей России. Здесь четвертые сутки длятся народные волнения и митинги. Люди дважды перекрывали федеральную трассу. Даже дождь и град не остудили их пыл. Местные жители осаждают администрацию. Главное их требование, чтобы из города выселили всех представителей Северного Кавказа. Пугачевцы грозятся сделать это сами, если их требования не услышат. То, что здесь происходит, уже назвали пугачевским бунтом. Причиной волнений стало убийство 20-летнего Руслана Маржанова, в котором подозревают 16-летнего чеченца. Сейчас он под арестом. Местные власти призывают жителей не превращать, по их мнению, бытовой конфликт, который произошел из-за девушки, в межэтнический. Пока что безрезультатно. Накануне пугачевцы хотели сжечь кафе «Халяль», в котором традиционно собираются чеченцы. Но этого не дали сделать полицейские. Они взяли кафе в живое кольцо. Вот сейчас оно закрыто на месяц. В город стянуты дополнительные отряды ОМОНа, улицы патрулируют. И каждый день из области сюда приезжают чиновники, чтобы убедить местных жителей успокоиться. Но их никто не слушает. Напрасными оказались и призывы Рамзана Кадырова к миру и пониманию. Выходцы Северного Кавказа на улицах почти не появляются. Поговаривают, что чеченскую молодежь спешно вывезли из города. Но местные власти эту информацию опровергают. За конфликтом в Пугачеве пристально следят националисты. Они приезжают из Москвы и Питера, чтобы поддержать местных жителей и устроить народный сход. Поэтому, судя по всему, страсти, которые разгорелись в Пугачеве, улягутся не скоро. Алла Щелочева, Олег Неведомский. Подробности. Российское бюро телеканала «Интер». Пугачев, Саратовская область.